Доброго времени суток всем, кто будет смотреть это видео. Опять с вами лучшие люди клана Квант, легендарный кошмар, Алсилат и Алекс Сомерс, Смоленск Че и Зигфрид и Тром. Или Трамп. Против них отряд. Два отряда. Посмотрим за этой игрой. Посмотрим, что тут у них будет происходить. Тром почему-то постоял, но начал движение. Я не помню, как это все будет выглядеть, кто прислал этот ролик, откуда он взялся. Буду смотреть его вместе с вами. Если интересно, ну, значит, посмотрим его вместе. Если победим, ну, значит, вы порадуетесь вместе с нами. Ну, а если проиграем, ну, напишите, какие мы плохие игроки в мире кораблей. Так, Зигфрид и Смоленск-Че пошли налево. Трамп идет вперед. Наверное, в надежде взять точку Б. Марко Поло вправо. И, судя по всему, и вами АФК. Не вижу, что там происходит. Как обычно, это комментарии реплея, когда забыл включить запись, и потом Саныч это все комментирует. Бой обещает быть веселым, зоркий там он такой, прям активный. Перестрелку устроил. Вот они немножко кинули на 2000. И продолжают кидать. Но из-за скорости он уходит. Так. Блокируем точку. Или нам блокируют захват. Ну, тромб харкнул. Ой, в смысле, зоркий по тромбу. И промазал. Что прям не перестает радовать. Ай-яй-яй, собака какая хитрая, ты смотри. На, нет, достанется ему плюха все-таки. Достанется. Хорошо ему досталось. На 2800. Не увидел он подлетающие самолеты. Зря, наверное, Тромб затеял, бля, перестрелку с зорким. Да, так оно и получилось. Прям совсем все плохо. Демоин идет, зорки. Похоже, Тромпу капец. Да, надо сваливать Тромпу, чем быстрее. О, он в засвете гапом. Ну, это плохо. Это катастрофа. Гап от Бреста, как я понимаю. Даже пытаются по нему перекидывать. Отчаянная ситуация. Вон, тем более, еще пришел Юшина. А, Ягума. Да, перестоял Трамп в попытке блокировать точку. Сейчас они кидают. Да, так оно и получилось. Первая потеря в отряде. Да, ушел Ягума. Ну, пошел, знал, куда шел тоже. Кстати, шел на обострение. А, кстати, зоркий уничтожил нашего Тромпа. Сволота такая.
Да, бой обещает быть томным. Вообще, конечно, лучше всего запись с игры, а не с реплея. Она передает не только мои, как бы, слова, вот как что происходит сейчас, но и что испытывают игроки, то есть все их эмоции, прям, ну, намного лучше. Кастилия под огнем. Наш Смоленск и Шима. Интересно, дымой на разберут или нет. Дымой активно хилится. Смола с него прям хорошо наша выбивает. А, ну тем более помогают. Он еще так неудачно стоит. Смоленск. Ой, в смысле, дымой. Да, капец ему. Наша смола неплохо ему накидала под управлением легендарного кошмара. Но далеко ушел. Вот сейчас по Бресту бы поработать. Шимка рискует. Полная шимка. Куда ты прешь? Задымилась, но... Ну все, капец ей. Сейчас разберут ее. Брест, чё Брест? Ой, и Брест ушел в порт. Отлично, отлично. Один у нас, 4 у них, 5 у них в минус. Ой-ой-ой. Шимка захватывает Б. Очень неплохо. Очень неплохо. Наши собираются забрать Нюрнберга. Ай-яй, он вышел из-за света. Ну ладно, чего уж тут. Шимка играет у нас неплохо. Это кто? МК. Супер Диман Гол. Ну, пускай будет Супер Диман Гол. Кто-то ушел. Ага. Нашего эсминца убрали. Просмотрела я, ну ладно. По-хорошему надо забирать все-таки Нюрнберга из клана Royal. Блин, у нас третий корабль ушел. Да, это сейчас Алсерату придет кирдык. Добрали Гинду. Ну и нашего Зигфрида сейчас прикончат. Вот ему плюха летит. Финальная, наверное. От Ибуки. Нет, выдержал. Но от Ибуки. Но его бомбит. Он зоркий. А, Советский Союз. Нет, все-таки
e-booki. Немножко обидно, что Сережа так мало продержался, но я еще меньше. Вообще катастрофа. Шимка все-таки красавица. Дошла до точки, берет ее. Четыре точки, но одну блокирует Макленбург. Очень хороший расклад. Я не побоюсь того слова победный. Неужели еще Шима дотянется торпедами до Изума? Наверное, нет все-таки. Быстрее ее разберут. Смоленск пытается накидывать по Мекленбургу. Сейчас, наверное, присвоят чистую победу. А, нет, все-таки до 1000 будет догонять. Хороший бой. Плохо, что Алекс Сомерс и Сергей Алсерат очень рано ушли. Могли бы, конечно, и пожить. А всего победа. И Кремль уцелел. Ну, неплохо, неплохо. Посмотрим результаты. Ну, для тромпа они, скажем так, печальные. О, он еще даже не на последнем месте. Что прям хорошо. Ну, легендарный кошмар на четвертом. Интересный бой. Кому понравилось, лайк. Кому не понравилось, комментарий. Подписочка для всех вышеперечисленных. Спасибо. До новых встреч на нашем канале.